Друзья, всем привет, привет, привет. В нескольких видео я делал ножи и выбрал для себя интересное и красивое оксидирование металла. Оно несложное и выглядит очень красиво. Цвет глянцевый черный хром с перламутровыми переливами. Я не часто делаю ножи, но все же их делаю, если есть какая-нибудь интересная идея по их созданию. Много комментариев было и по ножу для выживания. Не только по его необычной конструкции и возможностям ножным, но и по выронению металла. Покрытие показало себя весьма неплохим, стойким к нагрузкам и устойчивым к ржавчине. Сначала оксидировать я пробовал преобразователем ржавчины. Там содержится ортофосфорная кислота, но мне не понравилось. Покрытие было матовым, а мне хотелось именно глянцевое, не такое, как у всех. Я оксидировал металл жидкостью на основе диоксида селена. Потом после чернения пробежался воском для пропитки им образовавшегося оксидного слоя. Также сделал и в последнем видео, но вместо воска было масло. Как показала практика, в зависимости от марки стали получаются разные оттенки. Также варьируется и скорость оксидирования. За несколько обработок получается весьма симпатичненько. На всякий случай, ну вдруг кто не видел, ссылки на полные видео по изготовлению этих ножей я оставлю в описании под видео и в комментариях к нему. Итак, для состава химического выронения потребуется совсем немного. Дистиллированная вода я брал в автомагазине. Стоит копейки, ее там нужна самая малость, примерно 60 мл, ну или 60 грамм, кому как нравится. В качестве первого компонента купленный в садоводческом магазине медный купорос. Его понадобится всего 6 грамм. Он хорошо растворим в воде и при недолгом перемешивании кристаллы быстро растворяются. Второй и третий компоненты – это азотные и ортофосфорные кислоты. Обязательно использовать средства защиты – перчатки, очки, вытяжка, ну вы сами все знаете. Мне просто неудобно снимать в перчатках. Буду аккуратен. Кислоты купил по объявлению по 200 рублей за литр. Теоретически их можно заменить на соляную кислоту со строительного рынка. Немного замедлится скорость оксидирования. У нас она продается там же, где продают краски и растворители. Каждой кислоты по 5 мл. Основным компонентом является оксид селена или его водный раствор селенистая кислота. У меня есть только оксид. Штука весьма и весьма неполезная, особенно в сухом виде. Здесь уже обязательно и перчатка, и вытяжки, и респиратор. Стоит оксид селена весьма недешево. За 20 грамм я отдал 300 рублей. Хорошо хоть расход его маленький. Раствор получается весьма концентрированный, и по желанию его можно разбавить дистиллированной водой. Рецептов такого холодного выронения достаточно много. На подобной основе сделана жидкость для выронения, продаваемая в охотничьих магазинах, Балестрол. Специально для видео я купил пузырек подобной жидкости. Жидкость называется Грач. Пузырек всего 25 мл, но расход его маленький. Он также на основе оксида селена. Друзья, как всегда, ну вы сами знаете, что делать. Если понравилось, лайкос, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Не забывайте про комменты. Все полезные ссылки на всякий случай оставлю в описании под видео. Друзья, здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео, за оценки и комменты. До встречи, друзья!